известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире 33-я передача «Ад или рай?». И я ее ведущий Всеслав Соло. В нашей студии сегодня задают вопросы Радси Татарис, мой соученик. Здравствуйте, Всеслав Маркович. Послушаем его первый вопрос. Вы могли бы рассказать, как вы понимаете, что такое рай и что такое ад, и где они находятся? Когда и как душа попадает в рай или в ад? В предыдущих передачах вы рассказывали о том, что после смерти человека душа распадается на материал. Скажите, пожалуйста, в каком количестве душа человека попадает в рай или в ад? Что должен сделать человек на земле, чтобы попасть в рай? За какие деяния или недеяния душа человека попадает в ад? А действительно, что ж такое ад и что ж такое рай? А уж тем более, где они находятся? Ну вот второе мне очень интересно бы разобрать первым. То есть, где находится ад, где находится рай? Ну давайте подумаем с вами, как можно ответить человеку, задавшему такой вопрос. Ну я предлагаю взять, умереть, а я буду руководить отсюда. Значит, вот направо, потом несколько шагов налево, пролет прямо, и еще налево, чуть поглубже и повыше, а там вы увидите ад. Будет так написано. Ну, я, конечно же, шучу. И нельзя это объяснить вот смертному человеку, здесь живущему на земле. Где находится ад и где находится рай? Это же вам не съездить в Турцию или же на Таиланд отдохнуть или в Египет, понимаете? Тут проще все можно объяснить, где находится. Но это же находится немножечко как бы в других энергиях, да, совершенно в других плоскостях, в других измерениях, в других соотношениях и состояниях. Да? Я сейчас поясню вот что прежде всего. Когда люди живут, они общаются друг с другом. И все люди, с которыми мы общаемся, они у нас в голове находятся. Мы их понимаем, они присутствуют в голове. И присутствуют реально, мы можем с ними встречаться. Встретиться, пожать руку, пообщаться, дружить, бизнесом заниматься, просто в родственниках любить и так далее. Да? А если человек умер, ваш какой-то знакомый, то мы... Уже как мы можем с ним дружить? Ну, только в голове нашей, правильно? То есть его в реальности как бы нет. Вы можете максимум дойти до могильного холмика и все. И чтить его память, вспоминать его, ну и так далее. То есть получается, он остается жить в вашей голове, в ваших чувствах, в вашей памяти. И в памяти, конечно, других людей, и в чувствах этих людей. А также, конечно же, и в разных предметах, до которых он касался, с которыми он общался, которые он, может, изготавливал, познавал, рассказывал о них, ну и так далее, и тому подобное. То есть очень много-много всего, что его помнит. И вот это вот и есть тот самый человек, который умер. А сами посудите, когда мы забываем о нем, то есть проходит какое-то время, и память стирается... Кто может сейчас похвастаться, что помнит там свою пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушку, да, или дедушку? Конечно же, нет. В основном. Но есть люди, которые древо там чтят и что-то там по истории своего рода знают, какие-то байки передают друг другу по наследству. Ну да, есть, но это не поголовно. Может, к сожалению, может, к счастью, сейчас не об этом речь. Речь о том, что, получается, все стирается, и дальше что? Человека как бы не было. Дальше он должен родиться опять. И вот здесь вот вопрос. Как же все-таки уходят и как рождаются люди? И есть ли вообще перерождение? Может, вообще никаких перерождений нет?
Но это ладно, это отдельный разговор. Итак, человек умер. Умер. Куда он несется? Но прежде всего, сами понимаете, его физическое тело распадается на элементы, на составные элементы физических стихий, известных вам, да, это и земля, и огонь, и воздух, и вода, и так далее. И множество и других бывает. А душа-то человеческая, да, она же тоже начинает на элементы астральных стихий распадаться. Ментал распадается там и так далее. Но все равно какая-то часть остается. Какая-то часть остается. Ведь кармическая книга, будем так образно говорить, карма этого человека имела записи определенные о его деяниях. И вот тут-то самый секрет и кроется. Когда человек жил на земле, то он мог жить по-разному. Допустим, он что-то фантазировал себе, да? Какие-то ставил цели, задачи, а не достиг их. А очень хотел и понимал, что они реально достижимы, но вот в жизни его не хватило, так сказать, да? И что тогда происходит с таким человеком? В кармической книге записано продолжение пути, продолжение построения, продолжение там дом нужно построить, там еще что-то, третье, десятое. То есть человек, неважно в каком, кстати, возрасте он умер, хоть 90 лет, но он продолжал все строить и хотеть, и добивался, да? И верил в то, что это реально в его жизни. Так вот, в кармической книге записано, надо его продолжить, да, что он же как бы не сделал то, что задумал, и он не предполагал, что умрет, что его ресурс энергетически закончится пребыванием на Земле. Карма пишет резолюцию, новое перерождение. А кто же дольше задерживается, не перерождается? А дольше задерживается после смерти, да, не приходит на землю, задерживаются те люди, которые создали что-то здесь. А что именно? А блаженство. То есть они верили и создавали блаженство. Ну, вот, допустим, те люди, которые верят в рай, вот они вот живут здесь и верят в рай. Или верят еще какие-то там, ну, манны небесные, в какие-то вот прелести и классы, и извините, кайфы после смерти. То есть вот такая вот халява, так называемая, да, божественная. И вот такие люди, которые создают вот такие блаженства, или здесь они блаженствовали тоже, то они долго не возвращаются по инкарнациям, потому что им там нужно будет все эти блаженства растратить. Им они уже будут противны, они уже будут ненавидеть эти блаженства, их будут заставлять ложиться на диван или кровать, ну, образно говорю. Конечно же, не так все выглядит. Будут щекотить пяточки насильно и так далее, то есть, чтобы он кайфовал, балдел и так далее. И не пускать на землю обратно. То есть вот эти все блаженства пока не отработает человек. Вы помните вот художественный фильм, старый советский еще, да, художественный фильм «Королевство кривых зеркал» назывался. Там две девочки близняшки, и вот они попали в такое состояние, что там они пьют соки разные, ну вот такие удовольствия разные получают, едят что-то вкусное, а настолько уже стало им противно, что они уже все забыли и вдруг хотят вырваться, а не могут уже вырваться. Или помните мультфильм про Винни-Пуха? Это слишком кто-то много ел, что не может вылезти из норы кролика, да? Вот, так что вот такие вот интересные вещи. Также и здесь. Слишком много наработал вот этих блаженств и желаний, и жажд блаженств, что очень трудно вернуться на землю, чтобы потом продолжить. То есть такие люди надолго застряют там, застревают. И можно назвать, что они живут в раю, что ли, получается. Хотя это рай такой насильный, понимаете? Я бы не сказал, что это рай. Это такой вот райский ад, я бы сказал, когда очень трудно оттуда вылезти. И очень, совсем уж долго не возвращаются, иногда даже вообще не возвращаются, редкие исключения, те люди, которые создавали много трудов здесь, ну вот философы, типа Аристотель, там, Дидро, там, я не знаю, ну, куча их можно перечислять. Вот. А известны также эзотерики, ученые какие-то, там, певцы, композиторы, поэты, писатели там, и так далее. И вот они тоже очень долго могут не возвращаться,
Ну, только те, которые вот что-то видели и понимали, вот нашли свое яблоко, да, гениальное, и по кусочку, да, выдавали в жизнь. То есть писали, допустим, произведения какие-то. И они знали, вот это нужно написать, вот это нужно написать, вот это нужно писать. И так что вот на полках у вас стоят те люди, книги, допустим, стоят, тех людей, которые, в общем-то, очень долго не могут вернуться на землю, материализоваться и снова жить среди нас. Так что, получается, все эти книги, все эти памяти, популяризации как некогда живших людей, это только им во вред, потому что их все время помнят, их трудами пользуются, и они не нужны здесь, то есть их не пускают. Понимаете? А что с ними, кстати, там происходит? Они живут неплохо. Вот их можно назвать живущими в раю. Да, вот их можно назвать живущими в раю. А они живут нормально, у них полный, говорится, достаток, все хорошо, состояние прекрасное, и вдохновение, и возможности, и все у них есть. В какой-то мере это можно назвать очень длительным раем. Очень длительным раем. А вот кто не возвращается вообще, не перерождается, это те люди, которые вообще, извините за такое грубое слово, нифига ничего не делали в своей жизни. Вот получается, те, которые совершенно бездарны, да, извините, те, которые совершенно ленивы, может быть, так даже, а те, которые пофигисты, те, которые вообще, ну, на все забили, как говорится, вот они-то больше и не родятся. Такие люди, которые ничего не создали совершенно, они больше не рождаются. Они уходят сразу на материал. То есть их сразу на части разносит, и больше этой сущности нет. Ну, это бесполезный, вы понимаете, вариант. А был ли мальчик, да? Ну, какой резон его порождать карме снова? Карма говорит, ставит точку жирную и говорит, все, этой сущности больше нет. Она ничего не создала. Она не проявилась, понимаете? Раз она не проявилась, не за что зацепиться, пишет карма. А что ему отрабатывать, если его нет? Он ничего не сделал, понимаете? Ну, вы скажете, как же не делал, он там уж детей родил или еще что-то. Вы знаете, детей родить, это еще не факт, что человек что-то сделал. Потому что рождают, ведь порождают себе подобных еще и по причине другого человека, то есть партнера, да? Партнера. То есть, допустим, если это мужчина, а его жена хотела, она родила. Или наоборот, это если женщина, а ее муж хотел, он родил, как бы, да, он вызывал детей там и так далее. То есть, получается, это еще не факт, что это женщина или мужчина что-то сделали. Но это отдельные подробности. Я просто говорю, очень плохо, если вы ничего не делаете. Значит, вас не только здесь сейчас нет, но и вообще больше не будет. И все-таки, рай, ад, рай, ад. Как же они выглядят? Я сразу скажу следующее. Что и Ра, рай, да, Ра, видите, бог солнца, Ра там звучит, и ад, и то, и другое, это не направо пойдешь или налево пойдешь и прямо, а это особое состояние, состояние сущности после так называемой смерти физической. Что они себя представляют? Человек живет здесь. У него есть множество одержаний. Разных-разных одержаний. Русский язык он там выучил, или какой там, украинский, там, английский. Ну, любой какой, вот, на каком он говорил, родной язык у него был. А может, еще много знал. Он же не его этот язык. Нет, он же его принял из нее, он скопировал, как обезьянка, и запомнил его, правильно? Дальше. Наукой он, может, занимался. Ну, физика ж не его наука. Он ее изучил, он ее запомнил, правила, и стал, манипулируя имя, что-то открывать. То есть, прикладывая, да, правила куда-то, соизмеряете правила с чем-то новым, каким-то материалом, он что-то вроде как открывал. То есть, другими словами, все чувства человека, все его мысли, помыслы, все это не его. И после жизни, так называемый, когда он уже там умер, находится за пределами жизни, все это распадается, все это распадается, обратно укладывается по разным сундучкам энергетическим, и человек остается один на один с неповторимым наработанным собственным. А вот представьте себе, если он наработал что-то такое мерзкое,
У него неповторимый, это, скажем, сарказм. Он все время саркастически насмехался над всеми. Он все время издевался над людьми. Он все время их подкалывал, подбрасывал, говорится, масло в огонь, когда люди ссорились, ну и так далее. Вот он наработал неповторимую гадость проявлять, да, на окружающих. Значит, у него все распадется, а останется вот эта гадость, и он один на один с нею будет. А теперь подумайте, ваш детский дворик, когда вы были маленьким, какой вам казался? Непреодолимо большим, огромным, целым миром. Так же и здесь, когда все распалось, у этого нехорошего человека, условно будем говорить, он остается один на один с этим сарказмом, и для него это ад, он горит от него, потому что он ничего не понимает, что происходит, но его вот этот сарказм гложет со всех сторон. Он в ужасах находится. И он в этих ужасах может находиться очень огромное количество времени, пока вот все грани, да, не отработается эта вот гадость, которую он наработал в предыдущей жизни. А долго ли человек находится в аду? Может, навсегда? А если навсегда, то кто? А если недолго, то тоже кто? Я вам скажу, что человек в аду находится по-разному. Может, очень долго, а может, недолго быть. Но навсегда в аду никто не находится. Потому что навсегда это значит, сами понимаете, человек наработал бесконечное количество энергий, каких-то злых, да, каких-то негативных, что они постоянно подпитываются. Откуда он будет брать энергию? Закон сохранения энергии никто не отменял даже на том свете, понимаете? Такая шутка от меня будет вам высказана сейчас, и я ее высказал. То есть подумайте внимательно. Если человек здесь был злым, то, естественно, он там будет тоже от этого злыдства в ужасах адских, так называемых, муках. Но они не будут бесконечны, пока вот там намучается, потратит всю эту энергию, пройдет, конечно, какое-то определенное время, и земное, и астральное, так сказать, и он вернется, все равно родится. Понимаете? Все равно родится. А чтобы натворить такое, что бесконечная будет какая-то энергия, ну, это может сделать только, ну, уровень какой-то вот почти божественной сущности, понимаете? Чтобы попасть в такой ад. То есть такого ада практически не существует. Так что не надо говорить, что навеки вечные и муки вечные. Такого не бывает, сразу говорю. Ад не бесконечен. Но, сразу говорю вам, что он может быть очень длительным. Потому что расходуются все эти невежественные вещи только через осознание. Представляете, вот тот человек, который находится один на один со своим невежеством, со своим сарказмом, он должен там в аду вот этом гореть, в этом сарказме, и потихонечку нарабатывать осознанность, то есть понимать этот сарказм со стороны, и тогда эта энергия сарказма будет потихонечку угасать. С каждым его новым пониманием, с каждым видением, осознанием и нереагированием на сарказм. И вот тогда сарказм перестанет его мучить, его ад прекратится, и он родится заново. Но это может быть очень длительный промежуток времени. Поэтому, конечно же, веки вечные, ну, вечные трудно сказать, но веки могут быть точно. Так что у всех, конечно, разный срок, но в аду люди не навсегда находятся. Не навсегда. Рай. Рай – это то состояние, о котором я говорил, вот люди создавали что-то, типа Аристотеля там и так далее. Они тоже не вечно в раю, понимаете? Они тоже какое-то время находятся там, а потом уже возвращаются, все равно рождаются в определенной эпохе, на землю приходят. И новые какие-то перлы, да, новые открытия, достижения приносят в какую-то из цивилизаций, в какую они попадут. Потому что они там в раю очень долго могут находиться. Но рай, опять же, это может и в прямом смысле слова подумать, что вот яблоко там вкусное скушал Аристотель или кто-то, да? Можете так думать даже, но все-таки рай – это состояние особое, состояние блаженства. Но блаженство не того, который, помните, насильный рай, который, для тех людей, которые наработали именно блаженство на земле, веря в рай. Потому что все, кто верит в рай на земле, вот все обязательно попадут в вот этот вот ненавистный рай. Да? Но не то, что ненавистный, а насильный рай, где человеку придется весьма мучиться от этого рая,
убежать захочется, устанет от него, понимаете? А вот тот рай, который настоящий, это те созидатели, да, вот как я привел пример, там, ну, известные сущности, и Пушкин, да, и Аристотель, и многие другие. Так что все люди на земле, которые верят в вечный рай после смерти, обязательно попадут в рай, да, но в рай вот этот насильственный, где человеку уже будет постыльно, нежелательно находиться там, а его будут заставлять находиться, пока не закончится его вот это вот блажь, вот это вот желание, понимаете? Поэтому желать рая после смерти и жить здесь только для этого, это значит долго не родиться и находиться в раю нежелательном, вот в том, который будет уже опостылевшим, и трудно будет вырваться и снова родиться. Опять же, это мое личное мнение, и я его озвучил, и это не значит, что я кому-то что-то навязываю, совершенно нет. Просто я точно знаю, что я сейчас сказал. Это факт, это реальность. Все остальное, кто хочет доказывать обратное, другое, иное, ну это как говорят современным языком, это его проблема, а я имею право на свое личное мнение. В литературе, кинематографе есть различные представления о рае и о аде. Откуда берутся эти представления? Это просто фантазии, придумки людей, или же они на чем-то основаны? Насчет литературы и кинематографа ничего не могу сказать конкретно. Почему? Ну, потому что там много и вымыслов, а много и наитий, то есть пониманий интуитивных, то есть что-то похожее есть, что-то абсолютно не похожее. Поэтому, сами понимаете, да, многие фильмы снимаются только за счет воображения сценариста и режиссера. Но, конечно же, есть фильмы, которые исторически поднимают определенные материалы и смотрят, как там люди видели богов, как там видели царствия мертвых там и так далее. И пытаются его в своем воображении, в художественном, то есть в фильме уже материализовывать. И такие есть фильмы. Поэтому я считаю, что абсолютно верить в то, что вы видите в кино и читаете в литературе, абсолютно в это верить, ну просто, конечно же, ну, не смешно, так не стоит. Хотя бы не стоит, да. Но, в общем-то, человек всегда стремился и стремится иметь хоть какое-то представление о непонятном. Поэтому ему проще человеку увидеть куст в образе бандита, который стоит и ждет за углом его, да, идущего ночью, поздно ночью, возвращающегося, скажем, домой. То есть проще увидеть бандита, нежели просто непонятно, что это такое. А кто-то увидит не бандита, а девушка красивая, а кто-то кустом просто все-таки рассмотрит, что это куст. У всех свое будет воображение, но человек всегда старается заполнить непонятное чем-то объяснимым и знакомым, понимаете? Поэтому вот художественные фильмы, и даже документальные фильмы, и произведения художественной литературы, и обычная литература, они все насыщены именно вот этим заполнением неведомого, да, заполнением пространства непонятного, понятным содержимым, заполнение понятным содержимым. Скажите, пожалуйста, существует ли чистилище и что оно из себя представляет? Согласитесь, что нет того, такого человека не найдешь, который бы прожил жизнь только на плюсе или только на минусе. Только бы гадости делал или же только бы доброе. Обязательно у кого-то есть там, скажем, 60% добра и процентов 40 там негатива, который исходил от него на окружающую среду, когда он жил. То есть у всех разный процент. И вот когда процент негатива меньше, чем позитива, то есть, допустим, вот 51% добра, 49% негатива, и ниже также, допустим, там 10% негатива, а 90% добра, ну и так далее. Так вот, когда человек находится за 50%, то есть меньше 50% негатива, невежества, то он попадает в так называемое чистилище. Что значит чистилище? Он отрабатывает вот эту энергию,
Может, и адские муки у него быть. Может быть, просто противная и надоедливая рутина какая-то. Но он обязательно будет отрабатывать вот эту часть какое-то время, пока энергия этой части не закончится, пока он не осознает, что он раскаялся. И тогда его уже направляет судьба его кармическая, энергетическая, в другое состояние, где он уже отрабатывает свои плюсы. Так практически у всех людей. То есть есть вот эти чистилища. Но если у человека наработано, допустим, негатива 60%, то есть больше 50% негатива, то он уже не попадает в чистилище, он сразу попадает в так называемый ад. А ад не вечный, но все равно он там отрабатывает что-то. Скажите, пожалуйста, будет ли предстоящее Царство Небесное похоже на рай? Рай и Царствие Небесное, так называемое, построенное на земле, это будут две разные вещи все-таки. Потому что рай – это по большему счету ничего не делание, да? А Царствие Небесное – это работа. Это серьезная работа по сборке камней. Когда камни будут, то есть сущности, все больше божественными становиться, объединяться и объединять все мироздание в себе. Поэтому все-таки это работа, божественная, но работа. И само Царствие Небесное, когда оно уже организуется, когда вся эта вот глыба станет единой, цельной, да, когда все станет божественным, все сущности станут божественными, тогда начнутся игры, там тоже будет работа. Я сейчас не хочу забегать вперед, что они себе представляют, эти игры, как они будут выглядеть, но там начнутся игры. И я думаю, что об этом надо отдельную передачу рассматривать, что за игры, как они выглядят, кто их проводит, куда, для чего, зачем, почему и так далее. Но не только играми будет страдать, в кавычках страдать, да, блаженствовать или существовать Царствие Небесное, но и захватом всего мироздания, потому что это будет точка отсчета, куда соберется все мироздание. Все мироздание. И те сущности, которые собрали здесь, вот на Земле, они будут управлять мирозданием. Сами понимаете, раз они будут управлять мирозданием, значит что? Наступят определенные божественные какие-то перспективы в этом мироздании. Я сейчас не хочу все абсолютно вещи раскрывать в маленькой передаче, потому что это нереально. И когда-то, чуть попозже, в свое время, все будет вам понятно, и я допоясню. Существует ли зависимость от того, верит ли человек в рай или в ад, или не верит, и тем, попадет он туда или нет? Никакой зависимости нет. Верит человек в рай или в ад, или не верит, живя здесь на земле, нет зависимости, попадет он туда или нет. А по каким принципам он туда попадает, я уже отвечая на самый первый вопрос рации. То есть думай, не думай, верь, не верь, а все равно в эти состояния человеку после так называемой жизни придется попадать, придется их отрабатывать. Спасибо, Всеслав Маркович. Наша передача подошла к концу. Напоминаю вам, что вы можете стать нашими постоянными подписчиками на канале YouTube. И хочу открыть сенсацию. Наш NEFS TV канал теперь имеет свой собственный сайт. NEFS.TV. Пожалуйста, добро пожаловать. Он, конечно же, еще не открыт, вот как он должен быть. Он еще в процессе изготовления, так сказать, конструирования. Но он уже есть, как визитная страничка, он уже есть, можете ее уже пощупать, посмотреть и запомнить адрес nefs.tv. Но сразу хочу вас попросить, если у кого-то из вас есть желание помочь нам с организацией этого сайта, если у кого-то есть какие-то предложения, видения, перспективы, советы, рекомендации, какие-то материалы, ради бога, пожалуйста, контактируйте с нами на этом сайте nefs.tv. Уже есть контакты, контактируйте с нами и предлагайте свои возможности. Мира и добра вам. До следующих передач.